Начните свои выходные с просмотра хорошего фильма. 11 ноября в 11:00 в кинотеатре «Искра» состоится бесплатный показ киноленты «Поезд идет на восток». 9 мая 1945 года в поезде «Москва-Владивосток» познакомились капитан Лаврентьев и агроном Зинаида Соколова. Сначала между ними возникает антипатия. Отстав от поезда на одной из станций, они получают возможность лучше присмотреться друг к другу и переживают настоящие приключения. В Расторгуевском парке в субботу в 11:00 всех желающих ждут на скандинавскую ходьбу. А после этого в 12:00 пройдет мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, которые вы сможете разместить на территории парка. Приходите, будет интересно. В этот же день концертный зал детской школы искусств приглашает всех желающих на праздничный концерт, посвященный 25-летию возрождения монашеской жизни в Екатеринском мужском монастыре. Для вас выступит мужской хор Екатерининского монастыря и детский хор школы искусств. Начало концерта в 12:00. Вход свободный. 11 ноября музей-заповедник Горки Ленинский и театр «Сказ» приглашают вас на детский спектакль «Как Лунтик играть учился». Кукольный спектакль с любимыми героями, рассказывающий о настоящей дружбе и взаимопонимании. До и после спектакля вас ждет интересный творческий мастер-класс. Начало в 12 ровно. Билеты приобретайте в кассах музея. Территориальный совет молодежи «Завидное» снова в деле и снова идет к вам с детской программой в гостях у «Осеняшки». Вас ждут песни, танцы, игры и много веселья. 11 ноября в 12:00. Адрес – Битцевский проезд между домами 9 и 11. Музей-заповедники Горки Ленинский. В этот же день состоится сольный концерт. Солиста Московской областной филармонии, лауреата международных конкурсов, пианиста Олега Калагурова. Для вас прозвучит фортепианный цикл «Времена года» Чайковского. Начало концерта в 14:00. Билеты приобретайте в кассах музея. Здесь же, но уже в 17:00, любители искусства смогут провести вечер, послушав музыкально-литературную композицию к столетию со дня Великой Российской революции. «Родина слышит». Для всех желающих вход свободный. А вот всех любителей спортивных баталий ждут во Дворце спорта в субботу на открытом первенстве Ленинского района по дзюдо. Начало в 11 часов, а в воскресенье 12 ноября на третьем фестивале единоборств «Видное 2017», который состоится на базе фитнес-центра «Фитнес One Art» во Дворце спорта. В программе мероприятия открытые мастер-классы и показательные выступления по айкидо, карате, тэквондо, К1, ММА, боксу, грэпплингу, греко-римской борьбе. Начало в 10:30. Также в рамках фестиваля пройдет второй открытый детский айкидо-форум. Начало форума в 13:00. В музее-заповеднике Горки Ленинский в этот же день в 14:00 с оригинальной программой от музыкальных произведений эпохи Возрождения до современных композиций выступит солист Большого театра Александр Балдачев, арфа и солист ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов, баритон. Билеты в кассах музея. В заключение еще о кино. В кинотеатре «Искра» зрителей ждет мультипликационный фильм «Маленький вампир». Это история о маленьком вампире Рудольфе, 13-летнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров. Поэтому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.